Оно горит, сегодня было. Сегодня было. Да. Люди, есть кто? Люди! Эвакуация! Гуманитарка! А где девочка с грудным ребенком? Ну ничего, сделают ей паспорт, родной. Сделают паспорт. Ей. А где она? Ну подойдите, сейчас кто не будет ехать, дадут гуманитарную помощь. Сейчас, вот к машине. Пойдем, дорогой. Пойдем, без... да. Пойдем, будем ехать отсюда. А где она есть? Ну все, давай, Наташа, открывай. Девчоночка, приехали, сказали, что тут девочка с грудным ребеночком. А, нема уже, вона выехала. Выехала? Да. А здесь... Вы сами остались, да? Мы вдвоем вот. Ну и что, вы так хотите сидеть тут? Но и документов нема. Ну ничего, сделают вам документы, это глупость. Давай. Милая Тамара Андреевна, у нас ограниченное время. Давайте отсюда уедем, вместе с вами. Пожалуйста, я вас прошу. Куда? В Курахово, там накормят, напоят. Потом определяться. Документы, это не проблема. Сидеть в этой печали и боли не надо вам. Родная моя. А этот где? Вон на улице. Говорит, вы не хотите. Давайте мы вас вывезем отсюда, родная. Но это ж невозможно. А меньше остается? Ну чего он остается? Поедет. Давайте возьмем ваши вещи. Какие у вас есть? Ну давай, родная моя. Давай, я тебя умоляю. Давай, родная. Ну, документы все не восстановятся. Никто никого не бросил еще, не оставил в беде. Пойдем, моя родная. Все, выезжаем, уговорили. Ну, а вы едете? Нет. Остаешься? Там, наверное, тут же бачу, он с календарем. Зараз... Давай, загружай, пока есть, что возьмем. Так нема, что тут грузить и грузить. Пойдем. Ну, тогда заберем. Поехали. Кушать иди возьми. Есть, иди возьми, говорю. Давай. Иди возьми. Иду. Ой, пойдем, моя родная. Пойдем, пойдем. Вот так. Пойдем, моя хорошая. Сейчас идем, уговорили. Сегодня? Полчаса назад. Ай-яй-яй. Ну, никого хоть не поранило, не побило. Сейчас. Вот так, моя хорошая. Будешь выезжать? Да. Будешь выезжать? Да. Что, да? Вы не едете? Нет. Ну чего там оставаться? Здесь ехать надо, родные. Ну это же глупость. Ну какая это глупость? Ну что вы? Враги своему здоровью, себе враги, что ли? А? До конца месяца посмотрим, а там еще будет. Так какой до конца месяца? Мы сможем сюда просто не доехать физически за вами. Поймите. У нас велосипеды есть, молодой человек. А, женщина. Езжай, родная, езжай. Но они не хотят. Бери детей, береги, они за себя не сделают выбор. Ты можешь силу их заставить. Ну, не могу. Не могу. Не можешь? Потому что закон запрещает. Вот не могу. Хотел бы, не могу. И их бы хотел бы забрать. Не могу. Позвонила и попросила, чтобы вас эвакуировали. Вы собраны? Это дочь с полковой позвонила и попросила вас эвакуировать. Сколько вы можете подождать? Ну, надо бы быстрее, да, конечно, пожалуйста. Конечно, собирайтесь. Сейчас, давайте. Я готова. Давайте, как вас зовут? Зовите меня Тихин. Тихин.
Я говорю, да, давайте, закрывайте дверь, поехали. Все, давайте. Да, присаживайтесь. Давайте, сумочку вашу. Вот, вот сюда, вот сюда. Мы сейчас вас заведем в отделение полиции номер один Покровского отдела. И оттуда эвакуация. Оттуда будет эвакуация на Покровский и на Днепр. Так что присаживайтесь. Присаживайтесь, держите сумочку вашу.